Так, те ребята не хотели видео снимать, но у нас еще новости. Думали, ничего не будет. Я ставил, опять ты в нее, наверное, в этот. 15 было. Вот, опять ты, наверное, ее в это стрельнул. Ну, это мы этим, СКЕ, как он. Ты СМС. Все время в шею, вот. По мне, ты все время... Как патрон там называется? СКМ. Да. Индустрия. СКМ индустрия. Вот, взяли на СКМ. Тройку. Ну, легается, мне казалось, и побольше, чем это. А, не, вон ты ей крыло перебил. Вон, видишь? Крыло перебил. Потому что, ребят, такое будет маленькое, наверное, видео. Но пока мы стоим, может, еще будет налет, не знаю. И, по-моему, ты куда-то... Там да. Крякают мужики еще. И, наверное, ты, мне кажется, шею перебил. Потому что мне надо ее тут, наверное, где-нибудь чистить, блин. Дай щелкнуться с ней. Не хотелось снимать сегодня, но так, вот так получилось, что попали. Там мужики еще и стояли, шуганули ее. Но они не стреляли почему-то. И вся мне тут... Ей налет был сколько, Галь? Штук 15, наверное, да, их? Ну, 10. Короче, 10 штук. Я сейчас пока ля-ля-ля-ля, и бах-бах-бах-бах. А это потом еще и одиночках полетело, потом уже сосредоточился я. Взял правильное упреждение. Это да. Вообще и СКМ индустрии тоже работает. Тоже нормально, я ее взял. У меня вот только фетр один остался. Не знаю, еще 15 минут сейчас. Будет налет, нет, не знаю. Так что пока маленький вид, будет маленький видосичек. Выключаемся. Посветить надо. Итак, я, ребята, вы не поверите, уже собирались и уходить, и манком самым дешевым, не знаю, как он называется, конечно, он не рабочий, мне наманили еще стайку, полетела она вот туда, полетела вот где что там у нас, вот где вот этот вот просветик, я манил, полетели вот так, и чего, ребята, мне еще одна. Да, одну Мучка. Я уже... Еле нашли, бля, она еще живая была, мы ее... Она чуть-чуть... легла да. Белым вниз, она, вот видимо, я еще проходил зашухерилась, ну, да. И я проходил, я не увидел ее, я тоже ходил. Короче, взять ей метров, бля, я не знаю, ну... 50 точно было, 50 чок 0,5, как я себе поставил, но я взял фетром... Четверкой. И хотите верьте, хотите нет, фетром четверкой взяли, да? И опять, Дим, вдали. Ну да. То есть ближние тебе пока вот, что-то вот ты делаем не, могу, не так. Да. Вот я а дальние это. Ты как-то вот... Вот я взял, с одного выстрела взял. Что-то она еще никак не... Ну так что все, я аж пропать, у меня адреналин. А пока работает. Пошли искать, еще две пролетело. Да, да, да. А мне кажется, это те же, которые на выручку улетели. Наверное. Либо они там их спугнули. Только может почему быть. Опять не стреляли, непонятно. То ли ты их наманил манком. Здесь уже... Сейчас егерю и позвоним, чтобы он поздравил нас. Так что все, ребята, с полем нас дважды. Юху! Это за тот год и одну утку взяли, а тут уже 5, получается. Да. Я за один день 2 взял. Да. Я с учетом, что мы не скажем где, но Москва рядом. Ну, Московская область, что говорить. Московская область. МО. Так что, ребята, все. Ставим лайки, дизлайки. Наверное, больше уже видео снимать сейчас. Нет, наверное, уже не будем, да. Уже не видно нифига. Да. Все, всем привет, всех. А, еще ты еще хотел ей заморочиться, попробовать папковые патроны. Это самое. Ну, это уж как-нибудь отдельное видео. Ну да, это и отдельное видео, чтобы ей с тозиком. Тут уже у нее из этой. Ну, выключай, ладно. Ну, все, тут у кого вам. Из горла. Все, всем пока. Пошло.